Биз ордабаси, алга ордабаси. Скажем так, когда тот раз была сборная пауза, мы готовились на игру с Астаной, и на тренировке перед игрой с Астаной я получил травму, подвернул левый голеностоп, и, к сожалению, это все время, которое мы провели в этих 5 игр или 6 игр в Алмате, сейчас мне не было же. А дай бог сегодня я уже начну разминку с командой. И надеюсь, что уже 18-го буду готов играть. Да, конечно, сложно, потому что сейчас нормальные условия же, когда у тебя травма 2 недели, ты пропускаешь 2 игры максимально, а сейчас, когда каждые 3 дня игра, там получилось, что за так краткое время 5 игр пропускаешь. И тем более, что сейчас чемпионат короткий же, 20 игр только, и там уже это 5 игр это много же. Да я думаю, что нет, потому что вот эти игры до этого я же много не играл, так что можно сказать, что у меня такая нагрузка не была. Конечно, мы всегда после игры, когда те ребята, которые не играют, они сильно тренируются, хорошо тренируются на другой день, но все равно это не такая нагрузка, как на игре, так что я не думаю, что оно было из-за этого. То просто так неудачный момент на тренировке получился, когда плохо мяч попал и нога подвернулась, и к сожалению, травму получил. Чувствую себя плохо, потому что знаю, что прошлый год, когда играл, помогал команде, и команда тоже помогала мне, чтобы себя хорошо показал. А сейчас, конечно, есть моменты, где чувствую, что если бы был готов, мог бы помочь где-то 15-20 минут уйти, но, к сожалению, травма была такая, аж за последние 5 игр, что вообще не смог попасть в заявку. Надо сказать, что видно, что когда уже много игры, что некоторые ребята уставшие, но не только у нас, это видно у всех, у Астаны, ЖТСУ, тем более сейчас мы как в Алмате все игры играем, мы все время на гостинице, и там есть время посмотреть все игры на вот этом канале КАЗ-спорт, и там, когда смотрите уже, например, после сборной, когда отдыхаем 2 недели, первые 2 игры там, ну, темпо сильный же, большой, а потом уже темпо убирается. Так что я думаю, что это сложно, но это одинаково для всех, и надо делать все, чтобы результат был еще лучше. Да, конечно, привычно, я думаю, что здесь казахстанские команды не привыкли так играть. Это систем в Европе говорит суббота-среда, и же там, конечно, не хватает только 11 игроков. Там нужно, чтобы минимум 15-16 игроков были готовы все время выйти на поле, сыграть 90 минут. И, конечно, у кого так, как сказать, широкий сквад, так, ну, у него есть больший шанс, чтобы хорошо результат сделал. Так, к сожалению, я могу сказать, что Ордабаси смог некоторые игры не лучше играть, но больше очков занимать или больше очков выиграть. А на остальные команды я так не смотрю, просто я концентрируюсь, чтобы наша команда себя хорошо показала, а остальные команды, так как сыграю, это уже их вопрос. Вот этот вопрос Часто слышишь, и тяжело сказать, честно сказать, потому что Кайрат все игры, в принципе, дома играет. Все ребята, наверное, там в квартире живут, семьи рядом, а все остальные команды, они же в гостинице. Там, если семьи приходит, там 3-4 дня максимум, потом уходить, и там, ну, на эмоциональном плане у Кайрата есть, как сказать, адвентаж. Но я думаю, что этот факт сильно потом проявляется, когда человек уже в голове уставший, думает такой, он там преимущество у него есть, потому что он дома прихожу, там семьи рядом, дети рядом, играется. Ну, футбол на пару часов выключит, а мы все время просим на гостинице, думаем о футболе, о игре смотрим, и там может быть плюс для Кайрата, чтобы, может быть, в этом году стал чемпионом.
Да, конечно, это всем ребят так, потому что уже по телефону разговариваешь, скучаешь, там видео смотришь, потому что у кого дети маленькие, они растут быстро, и когда ты свои дети не увидишь 3-4 недели, но по видео смотришь, но на живо нет, и он уже поменяется, и вот эти моменты, конечно, потом на всю жизнь будет не хватать. Точно сказать тяжело, потому что никто не может сказать. Если бы мы точно знали, что причина, мы бы это сделали по-другому, и уже все хорошо было бы. Но я думаю, что может быть, то тоже потому что дома не играем. Например, в прошлом году, когда у нас что-то одна игра была, дома, например, играем, что-то плохо играем, там болельщик есть, чуть у нас вперед потанут сказать. И мы уже вот эту игру выиграем где-то 1-0, как, например, я помню, Октябрь игра, когда на 88 минуту мы забивали на 1-0. И потом уже все забивают, как ты играл, но самое важное очко. А сейчас есть игры, которые мы хорошо сыграли, но у нас очков нету. И потому что там потом все болельщики, все требуют, но результат без очков. Сама игра, это, конечно, все смотрят только результат. Вот это чувствуешь, потому что неудобно, когда по телевизору смотришь, а там все слышно, что друг другу говорит, что тренер говорит, что судья говорит. А когда болельщик есть, там есть больше адреналина, и уже, ну, по-другому играется, конечно. Они нам всегда сильно помогают. Я помню игру, как в прошлом году, когда мы играли, например, Еврокубки. В этом году уже не было. А в прошлом году, когда мы играли с Торпедо домой, 1-0 выиграли. Потом с Млада Болеслав, с Чехии, когда играли, там же было 20 тысяч болельщиков. Я могу сказать, что это была лучшая атмосфера в жизни, в которой я играл. Слава Богу, он сейчас хорошо забивает, но факт есть, что в прошлом году мы все время вместе, когда перед игрой спим на базе, в гостинице, мы вместе жили, мы друг друга хорошо понимаем. И мимо футбола мы хорошо общаемся и все время говорим, сделай вот так, сделай вот так. И уже хорошо друг друга понимаем. И можно сказать, что всегда, когда у меня мяч, я знаю, где он будет забегать, а он всегда знает, когда у меня мяч, что надо убежать, что он этот пас получит. И, к сожалению, сейчас в этом году это мало же. Мы вместе, может быть, одну игру с Каспий сыграли и все. Дай Бог, чтобы уже вот... Вот игры с Шахтяром уже вместе играл. Да, конечно, для меня Жуау сейчас номер один, потому что он каждую игру забивает же. Скоро все очки, которые мы зарабатываем. Конечно, вся команда играет на него, но он потом за команду забивает. И я думаю, что он, если вот так будет продолжать, он 100% будет лучший игроком и, дай Бог, лучший бомбардир чемпионата. А лучше три игрока, я не знаю, потому что в прошлом году все знаем, как Марин Томасов играл, да? А в этом году что-то он себе, ну, не так показывает, так что... Там есть хорошие игроки, но на данный момент Жоао только, ну, как сказать, хорошо себя показывает, а остальные все такой же уровень. Я думаю, что его уровень не надо оценивать, потому что он все уже показал, все доказал. Здесь тоже хорошо себя показывает. Но, конечно, он тоже в хорошей команде играет, и остальные ребята тоже хорошо играют. Там около него Айнбетов, Косович, Абикейн, Суэмбаев. Так что это ему, как сказать, улегчает, чтобы он себя хорошо показал. И посмотрим на концу года. Если он Кайрат выиграет чемпионство, тогда, наверное, он будет тоже один из претендентов на лучшего игрока чемпионата. Так, у нас сейчас в команде есть Симчевич. А честно сказать, вот эти ребята много я не знал. Познакомился здесь с Дугальчем, Микановичем. А так я как всю жизнь играл в Чехии, там... Много игроков с Балкана вместе со мной не играли, так что раньше до этого не знали. На игре, так перед игрой, после игры
поздоровимся, пообщаемся чуть-чуть, а так, чтобы много общался, это такого нет. Так, религия для меня это все, если я думаю, что это помогает, чтобы ты стал лучшим человеком, чтобы понимал другие люди тоже, которые не религиозные, вот так, как сказать. А здесь, конечно, очень приятно, потому что намаз везде можно читать, на аэропорте, на улице. Никто на тебя так не смотрит, что он делает, что он передумает. А, конечно, в Чехии также не было, там больше 70% страны же атеисты. И там было чуть-чуть тяжело, а здесь, слава богу, можно разу держать, проблем нету. Когда у нас раза была пара ребят, весь месяц разу держали, и, конечно, спасибо тренерам, что они всегда тренировки делали так, чтобы мы успевали в то время, когда у нас силы есть, чтобы в то время мы тренировали, и потом, когда уже голодный, когда уже хочет вода пить, мы уже дома били, отдыхали, спали. Так что надо сказать, что у нас тренеры в этом плане очень встречные люди, как сказать. Да, идут на встречу много нам, и это, конечно, большое спасибо им. Так я думаю, инфраструктура там. В Чехии, например, если у вас нет натурального газона, который, как сказать на английский, warm-up the grass, да, ты не можешь играть наивысший этот лиг. А здесь, конечно, мы смотрим, один турист играешь искусственный газон, потом приезжаешь в натуральный газон, потом опять уезжаешь, типа в Павлодар или Кайсар, Кизилорду. Потом играешь в Кайрате, хорошее поле. Так что там из-за этого тоже много травм есть. И ребята, когда говорят, это плохо для, ну, для сухожилий, голеностоп, колено. Но дай бог, что в скорейшее время это все поменяется, и здесь инфраструктура пойдет к лучшим. Так два лучших поля в Казахстане – это в Кайрате и у нас, думаю, у нас. Это центральный стадион, газон очень хорошо. А два худших стадиона, не знаю, в прошлом году, когда я играл, например, мне в Атарау не нравилось, там искусственный, жарко было, так-то можно сказать, там же худший же был. Так, кроме футбола, мне, например, я не люблю много самолеты, вот эти, у нас, например, я когда в Чехии играл, всегда можно машину завести и дома уехать, через 6-7 часов ты уже дома приезжаешь, а это вообще другая страна же. А здесь только в Алмату и в Кизилорду, та раз можно на машине поехать, остальные все надо в самолете. И, конечно, когда сейчас карантин же, и много вот этих рейсов уже нету, которым раньше мы дома добивался, и это не хватает. Так что уже с января мы же дома не были, семьи не видели, так что дай бог, что все поедет к лучшему и чтобы уже было как раньше. Если точное слово, топли они же. Хорошо они все принимают нас, тем более, когда они вижу, они уже думают, что мы из России, вот эти, когда слышат имя Мирзад или сын Амар, они уже, вы мусульмане, да. В Европе есть мусульмане, и так уже начинаем общаться, они начнут спрашивать, что у вас, как там вот это, как вот это. И у нас тоже там дома, на квартире, где живу, мы есть друзья, они казахи, и уже общаемся, и уже мы тоже спрашиваем, как здесь вот эти вещи, как вот эти, и они говорят, так что хорошо, нам здесь нравится, и надеемся, что здесь еще останемся. Город хорошо. Я уже вижу, что два года здесь, и он уже развивается. Например, некоторые вещи, когда я приехал, здесь не было, а здесь уже инфраструктура к лучшему идет. Я думаю, что каждый год так Шымкент будет подняться и уже будет как европейский город. Да, пробки, такси водители, там проблемы иногда есть, когда на тренировку добираемся там. А есть слово на английский crazy. Crazy, да, сумасшедший. Да, я ездил пару раз.
И уже, слава богу, не езди. Но в Шымкенте же 1 миллион людей живет, это нормально же. Везде вот так, где много, много населения, так бывает. Здесь кухня хорошо. Некоторые вот эти йодла похожи на наши. Так что я думаю, что и наша культура тоже такая же, как турецкий, как наши, как здесь. Ну, короче, где мусульманская культура же, там много вот эти есть похожи. Конечно, здесь надо сказать, стейк из конины я раньше не кушал, а сейчас люблю сильно и часто заказываем дома на заказ и приносят, и хорошо покушаем. А да, я не знаю, я, честно сказать, я каждый день при тренировку или перед игрой рис с курицей кушаю. И вот это, я стараюсь, ну, вот эти спортивные вещи кушать, чтобы на вес не прибавил, вот так. И когда уже есть день отдыха, вот так, тогда могу сказать, что конину заказываю и все. А в принципе каждый день одно и то же. Рис, курица, спагетти или там вот так же. Честно сказать, я когда что-то смотрю и мне на взгляд не нравится, я это не попробую. Так что я только плов попробовал. И он, ну, где-то хорошо, где-то делаю, а где-то не очень. Один раз я хорошо плов покушал здесь, а после этого уже не кушал. Так моя жена, она с Боснии. Я оженился как молодой 2014 года. И мы все время вместе жили в Чехии. Слава Богу, нам сын родился сейчас, 24 сентября, было 2 года ему. А семья у меня есть еще 2 братья и мама. А папы у нас нету, к сожалению, когда у нас война была. Его убили, и можно сказать, что когда мне было 3 месяца, мы из дома ушли и никогда его не видели. Так что, в принципе, я не знаю, как в жизни, как когда папа есть, как вот это. А я сейчас, когда сам родитель, я уже, ну, смотрю и уже, можно сказать, учусь, как быть хорошим отцом. Да, вот жена и сын, он здесь. Сыну 2 года, у нас только 1 ребенок. И он в сад ходит уже там, и на бассейн ходит там, учит вот эти с учителями плавать. Ну, слава богу, в Шымкенте есть много вещей для детей, чтобы там, ну, хорошо развиваться и социализировать, можно сказать вот так. Я здесь был доволен, и слава богу, сам тоже был доволен. И у меня контракт еще в Чехии 1 год был, и в прошлом году я к концу года уже с травмой играл, и после этого мне я был должен уйти сделать артроскопию, маленькую операцию на голеностоп. После этого там было чуть-чуть компликаций, но слава богу, карантин помог, чтобы я установился. И можно сказать, как когда рестарт уже начал, я уже с командой тренировался и был готов помочь команде. Зимой, когда контракт подписывали на 2 года, так что у меня еще на следующий год есть контракт. Но, конечно, я должен хорошо в этом году играть, чтобы уже следующий год тоже мог здесь остаться, потому что если в этом году я вообще играть не буду, тогда наверное, следующий год, может быть, буду искать другую команду. Ну, сидите дома, берегите себя, берегите семя и болейте по телевизору, к сожалению, но болейте. И самое главное, надо стоять рядом команды. Сейчас, когда, например, результат не такой, и я все равно думаю, что результат хороший, и на данный момент
Там, вы смотрите, одну игру выиграешь, и ты уже на второй, третьем месте, одну игру проиграешь, ты уже шестой, седьмой, так что чемпионат интересный. И когда, как сказать, что-то нехорошо для играем, то надо поддерживать еще сильнее, чтобы мы знали, что всегда есть кто-то рядом нас, который нас будет поддерживать. Потому что поддерживать только когда все хорошо, это каждый сможет. А вот эти правильные болельщики, они себя будут показывать, когда тяжело команда.